Ядовитое растение России. Среди зеленых жителей средней полосы России очень ядовиты довольно часто встречающиеся виды, знакомые практически каждому. Аконит или борец. Высокая трава с приметными цветами-дудочками, ядовита полностью, особенно опасны листья и корни. Пара граммов любой части аконита, употребленная внутрь, способна убить взрослого человека. Смерть наступает от остановки дыхания. Белладонна или красавка, а также ее близкие родственники дурман и белина. Все они из семейства посливных. У нее ядовиты все части, включая и плоды. Бывали случаи, когда люди отравлялись медом, который был выработан из пыльцы белладонны. Знаменитая цикута, она же вех ядовитый. Ее часто принимают за съедобные растения типа сельдерея, так как ее корни обладают приятным запахом и вкусом. Яд цикуты очень мощный и поражает нервную систему. Волчьи лыка, волчьи ягоды или дафна. Самый ядовитый из нескольких существующих видов – волчий ягодник алтайский. Смертельная доза для человека – 3-5 ягодов, а всего 30 грамм листьев убивает лошадь. Вороний глаз. Чаще всего отравление этими ягодами получают дети. Смертельных случаев немного, только так как ягоды, мягко говоря, гораздо более привлекательны на вид, чем на вкус. Так что большую дозу можно съесть только сознательно. Оригинальную опасность представляет собой борщевик – растение с большими зонтичными соцветиями. При попадании на кожу сок борщевика или просто при контакте с листьями кожа человека становится крайне чувствительной к ультрафиолету. Итог – тяжелые солнечные ожоги, даже в тени. При попадании внутрь возникают обратимые психические расстройства. Ландыши – очень ядовитое растение от корней до ягод. Можно отравиться даже водой, в которой стоял букетик ландышей. Яд влияет на деятельность сердца. Чистотел. Применяют в домашней медицине, он содержит до 20 алкалоидов и весьма ядовит. Действующее начало – хелидоновая кислота. При передозировке случается отравление. Симптомы – резкое снижение давления, судороги и замедление пульса. Болиголов пятнистый – одно из самых ядовитых растений. В древности применялся как смертельный яд. Содержит токсические алкалоиды. В малых дозах вызывает сокращение мышц, в токсических – паралич. Подпишитесь на канал Beautifully, и вы не пропустите следующее видео.